ЦСКА против Магнитогорского «Металлурга». Пятый матч серии. Ничья 2-2. Прав на ошибку. Осталось по одному на каждого оппонента. Селевич, любима! Гол! Теперь уже не штанга в ближний угол ворот Василия Кощина! Нет, сейчас все мы столько металлурги. У них нет перевеса. У них не больше моментов. Это лучший момент сегодня. Сами виноваты. Буки расслабят меня. И свои крузева. Кружевает Сергей Мазякин. Сравнивает счет. Очень хорош был вход в зону. Плетно продолжает борьбу. Подпрыгивает шайба, пас на пятак, плет на пятачка, лопит рука арбитра вверх. Что было раньше, армейцы празднуют гол, судья показывает. Покатил Роман Любимов, Василий Кошечкин в ворота. Кошечкин выигрывает эту борьбу, потому как даже броска не последовало. Опа! Передача в центр, обратный пасту. Гол! Мазякин под нулевым практически углом. Зашвыривает эту шайбу, но это технический прием вроде того, что до поста исполнял. Помнишь тогда, да? Не было ни времени, ни пространства.